Никаких просветов не ожидается. Всяким ждунам и ждунихам, ожидающим, наивно ожидающим, что вот-вот все закончится, пора учиться плакать кровавыми слезами. И если реактивный кирпич не прилетит в голову кремлевского упыря, то эта гемолатрия, это умение рыдать кровью, пригодится парочке, ну, вероятно парочки русских поколений. Путин тонко намекнул на бесконечность кошмара. Теперь и из детишек России тоже будут формировать идиотов, начиная примерно с пяти лет, с детского сада. Это расчет на то, что и через 15 лет Россия будет также нуждаться в глупом мясе, так же, как нуждается сегодня. У Путина вообще большие планы военный православный мрак, изоляция, все должно сгуститься до полной черноты. Ну, ему, разумеется, подвывает счастливый Дугин, идеолог Кремля, который пишет впереди у нас десятки лет противостояния с Западом. Стране нужны войны, пишет Дугин, которые поведут эту борьбу, и матери, которые родят этих воинов. Ну, а дальше там, разумеется, про рождение. Кому интересно читать дугинские бредни, я их периодически размещаю у себя на канале, чтобы вы имели дело как бы с первоисточником. То есть надежды бессмысленны. Путина никогда не отпустит его кровавый угар. Ну, это объясняется еще и тем, что он понятия не имеет о том, как он в реальности выглядит. Он никогда не слышал правды о себе. Он убежден под влиянием пропаганды и льстецов, что мир воспринимает его как многоходовщика, как тонкого великого великого стратега. Он не знает, каким уродом и чудовищем он выглядит для любого стороннего внероссийского наблюдателя, как он нелеп и смешон. Ну поймите, идеология ⁇ это вообще всегда ложное сознание. Идеология подменяет сознание. И вот произошло полное замыкание. Действительно, идеология подменяет реальное мироощущение, и эта реальность вытеснена. Но мы знаем, что существуют два образа этой войны. Ложный, мифический, порожденный всякими. Канашенковыми, Путинами и Прохановыми и так называемый реальный, подлинный продукт. Но Россия пропиталась пропагандой, пропаганда действительно заместила реальное сознание, и россияне тоже, купаясь, пропитываясь пропагандой, начинают видеть себя красавчиками во всех смыслах этого слова. Неким народом-воинам, народом-победителям, освободителями, богатырями. И им совершенно невдомек, что мир их воспринимает как взбесившихся ядовитых карликов. Вот тут еще о безнадежности. Отсиживаться и думать, что челюсти свихнувшейся России прощелкают мимо, в России бессмысленно. Уж по что депутат Шлосберг? Он был симпатичным человеком. Одно время он миндальничал, он кокетничал, он был патриотом, он показывал режиму губки уточкой. И все это не помогло. Пришли и к Шлосбергу. Пришли и возбудили дело. И теперь этот депутат в идиотическом положении, его вот эти вот ундуляции угробили, разумеется, его имя, но эти же ундуляции не спасли его от клыков Родины. И для эмиграции, если он решится бежать, он будет просто таким хорошим русским третьего сорта, а это, это очень паршивый статус. И такая же история с очередной плеядой сажаемых журналистов Кригер, там, Фаворская, Карелина. Они деликатничали с режимом, ничем особо перед режимом не провинились, по наивности полагая, что вот это вот нахождение в отведенных рамках гарантирует некую беспосадочность. Увы, это не так. У путинской машины репрессий отличный аппетит и очень малая разборчивость. Истинная вина вообще никого не интересует, достаточно простого подозрения в инаковости. И под прозрение о том, что это все обстоит именно так, приходит уже в клетке. Вот пришло оно и одному из судимых ныне журналистов, который пишет «На вашем месте я не играл бы с судьбой и все-таки покинул бы пределы Российской Федерации, потому что на нашем примере вы можете видеть, что любому человеку могут вменить в вину абсолютно все, что он». Um gol.